Петербурге сегодня открылся 3-й международный юридический форум. Торжественная церемония прошла в новом здании Мариинского театра. Для участия в мероприятии приехали представители 50 стран мира. С приветственным словом выступил председатель правительства России, выпускник юридического факультета Петербургского университета Дмитрий Медведев. Ключевая тема форума – конкуренция и сотрудничество правовых систем. Медведев отметил, что российское правительство намерено так совершенствовать национальное законодательство, чтобы в первую очередь сделать страну привлекательной для бизнеса. Мы ставим задачу продвинуться в двадцатку лучших юрисдикций по простоте открытия нового бизнеса. В Госдуму внесены поправки в Гражданский кодекс, которым предусмотрена значительная либерализация законодательства о непубличных акционерных обществах. Речь идет и о вопросах перераспределения корпоративного контроля по соглашению участников и совершенствования механизмов ответственности контролирующих лиц компаний, в том числе так называемых теневых директоров. Детально обсуждать заявленные в программе юридического форума вопросы участники-эксперты начнут завтра. Круглые столы пройдут в здании главного штаба на Дворцовой площади.